Всем привет, с вами снова Рак не пушка, и сегодня я буду играть в игру Chasm, наверное, как-то так она называется. Вот, это 2D-платформер, который мне, в принципе, даже нравится. То есть я вот с удовольствием проходил к Castlevania Symphony of the Night, Hollow Knight, Dead Cells. Давайте смотреть New Game. Да, Е-буквы. Так ты не пишешь. Вот что-то геймпад у меня не получилось подрубить. А вы потом посмотрите, в чем проблема. Эй, я фигово. Алфавит знаю. Так. Пойдемся Рекнеганом. Энди. Рекнеган. Ага. Может, ну, наверное, нормально. Я вообще без понятия. На самом-то деле. И заценим. Может, мне надо было сейчас большую букву писать? А то выглядит так, будто на меня кричат. Я надеюсь, что найдут тебя здесь. Не, лучше я не буду переводить, а то тут еще переводчик. А что нажать? Алло? А, нашел. Блин, что-то какие-то реально жесткие пиксели используют. Это игра для мобильных, что ли? Окей. Так, окей, я вообще мало что знаю об этой игре, кроме того, что она является своеобразным 2D-платформером. Так. Так что можно говорить, да? Аптайм! Привет, Игорь, что значит аптайм? Йоу. Вообще все разваливается. А как прыгать? Это карта. Мне нужен бот. Ладно, постараюсь настроить. Как прыгать? Игра. О, это бьет. А, во. Блин, какого хрена геймпад не работает? А, сколько я стримлю? Ну, эту я только начал. И 45 минут чужой продлился. Оказывается, там реально финал. Эту я только что начал. А, записать ваш прогресс, да? Я же записал. Теперь письмо, да? Пока что такое ощущение, что оно сделано из... О, подожди. Надо будет джойстик потом настроить. Смотри, а карта как Castlevania Symphony of the Night. Это, ну, может, не просто Symphony of the Night, а какой-нибудь из Castlevania. Слушай, а как этого бота настраивать? Типа он разве не должен быть? Это странно. Привет, ты кто? Ладно. Какая-то боевая тема играет. Это немного странновато. Вроде еще ни с кем не воюю. И такое. Женя его кризисифали. Телефон номер, что ли? В смысле, для тебя лошадь есть сено, это лучше, чем выедить. Чё мы едим тогда? Димон. А мне показывают пример, куда идти надо? Нет?
Ну, значит, пока побегаем по местному форту, поищем что-нибудь. Ты же наверняка не командующий. Генрик. Ты пришел, чтобы взять еще одну книгу? Умнее! Типа, сильнейший воин может стать сильнее через знания. И знания. Блин, на самом деле, вот это все такими большими пикселями написано, что я не могу даже разобрать иногда слова. И это знание. Интересно, было бы прикольно, если бы реально за звание что-нибудь давали. Здесь как Кастельвания нельзя. Но... знаете, лично для такой игры я все-таки бы больше ожидал, чтобы дали кого-нибудь побить. Я просто Кастельванию вспоминаю, там сюжет был так. Минимум тебя сразу закидывали в замок. Бей всех, кого видишь. Я видел, где находилась оружейная. А наверняка дадут выбрать там оружие какое-нибудь. Я думаю, в этой игре много разных оружий. Это было прикольно. Блин, чем-то мне он напоминает персонажей из Final Fantasy Tactics. Даже не знаю чем. Мой хорошо. Шо мой? Да, я персонаж передвинулся. О, вот да, я оружейный. Меч. Меч получит. Хорошо. А как его экипировать? Надо было, наверное, управление для начала изучить. В геймпаде это проще. Эй. Делаешь. Как наука может за это отвечать? Блин, это вообще как в старых играх, прикольно. Тут вообще есть... Так, мы будем золото зарабатывать, у нас есть левела, ХП, МП, атака С, ну, то есть X, защита 1, параметры есть. ЛЦК это удача, типа. А, вот экспа есть. Убийство, 12 комнат. Типа я сколько прошел уже? Время, дификли, ага. Так, хорошо, снаряжение. Короткий меч. Стандартный меч. Ясно. Тут что-нибудь есть у нас?
Окей. Факты. Журнал. А, ну это я уже подбирал в инвентарь, ничего. Карта. Под СМП. Бестиарий. Блин, реально старые игры. Как бьешь? Ну, блин, как Кастельвания прямо. Ты еще чем-то не дашь? Тренируйся, и все будет в порядке. А, магию как изучать? И в таких играх иногда магия бывает реально крутая. Давайте направо тут сходим. Ты кто? Вы знаете, по какой-то причине все знают, куда мы пойдем. Клятвы местные. Как слухи-то быстро распространяются. Жуаска. А можно как-то ускориться? Ну, я довольно как в Кастельвании помню. Я все прикалывался. Только немного медленнее, на самом деле. Все, я готов открывать. Я так понимаю, здесь будет все-таки все процедурно генерироваться, и как раз поэтому мне каждый раз открывают проход. О, ролик типа. Это нормально, что меня одного отправили? Какая музыка. Картас. Как Dark Souls. Ну там Картас вроде бы. Так, ну судя по тому, что жива здесь. И кобыла, наверное, тут все в порядке. Четко. Сейф? Да, окей. Я согласен. О. Слушайте, а как вас открывать? Бля, вот эта вот тема мне чем-то напоминает из Диабло, то ли первый, второй, а может даже третий. Там тоже такая уже играла, когда ты был в этом, в городе, в обычном. По-моему, второй. Более полезно. Слушайте, а может знание силы они намекают на то, что экспа дает мне повышение уровня? Потому что экспириенс знания, не? Было бы забавно. Рыбка еще жива. А где все? То есть животные как-то живы. Блин, там что-то есть. А как туда попасть? Не знаю. Обидно, когда ты видишь, что где-то есть лут, но не можешь его достать. Может, потом мне какой-нибудь ключ дадут. Так, погодите, я ничего не пропустил? Вот. Кузнец, наверное, потом будет открыт. И побочки уберут. Ладно. А тут кто-то жив. Ага. Привет. Ну, ты тут один все-таки. А кто тогда кормит рыбку и чья коняшка стоит? Че у него за имя? JQ? Аббревиатура типа? Я вначале думал, какие-то руны у него там нарисованы.
То есть, типа, по ночам монстры выходили и всех распугивали, окей. Типа, так вы объясняете то, что тут никого нет. В принципе, ладно, сойдет. А чё? Разыскивают. Погодите, я вообще куда иду? What? Мы в каком-то круговороте, по-моему, странном причем. Ну, я так понимаю, все-таки буду внутри кого-то находить, и город будет оживать со временем. Типа, по-моему, мне на это намекают. Так, запомнить, как прыгать. Доджи мне, наверное, не пригодятся. Ну что, поехали? Искать врагов. Пока что пустовастенько. Ау. Блин, они так же погибают, как в этом Кастельване. Видео всем нравится Кастельване. Я знаю. Ну и Symphony of the Night, короче. Хотя, может быть, там в этом Rondo of Blood. Дела. Тоже что-нибудь уже. Надо будет геймпад, блин, настроить. Это так тупо. Не люблю. Так, я чё собираю, короче? Так, это процедурная генерация миров. Я уже об этом говорил. Ну, она тут должна быть. Я что-то описание не сильно читал. Урон. Будет. А, это даже не вода, это какой-то газ. Его зовут. Ладно, я не полезу за ним. А, ну пока что что-то норм вроде. Да что ж такое? Путать клавиши — это моя специализация. О, тролль! Разблокирован, то есть если убьем там что-то какое-то количество противников, мы в бестиарии их записываем. Что обычно пишут? Давайте глянем. Тролль. А, дроп мы еще не знаем, мы убили 7. Вроде у них второй. ТП понятно, экспа понятно. Но я думаю, что-нибудь более интересное напишу. Там, допустим, как проще убивать или еще что-нибудь. Да что ж такое? Че я кнопку путаю? А вот это мне напоминает Hollow Knight. Там такие же хрени были. Я-ху. А на че я могу уровни тратить? То есть могу что-нибудь прокачивать? Вот, допустим, мы получили левел. Что у нас повысилось? Вообще без понятия. Кстати, следующий левел вроде быстрее. Так, есть тыблоки. Ну, что-то, по-моему, пока что динамики игры не хватает. Может, подальше будет. Ну, я ее все буду сравнивать с Castlevania Symphony of the Night, все-таки мне очень сильная игра нравится, либо с Dead Cells, и они были побыстрее, а тут что-то... Пока что просто ходишь и бьешь. Это... Не очень. Так, у нас есть нож. Нож был очень быстрым орудием. У нас хп можно установить. Окей. Так, давайте на цепь поставим. А, сюда с пылы только можно ставить. А, у него урон больше. Окей. Как бьешь?
Очень надеюсь, что будет у каждого оружия своя анимация. То есть это было бы неплохо. Но он бьет быстрее. Урона побольше. Это говяные мечи нам раздают в этом. Форпосте. Ладно, хрен с ним. Да, что-то враги вообще меня игнорируют. В том же самом Dead Cells, который тоже инди-игрой является. Видимо, потом разбить смогу. Вот, там враги, как только тебя завидели, шли на тебя. Все-таки... Вот, и... Ну, в старых играх враги ходили туда-сюда. Там, конечно, это было много с чем связано. Странно, что тут этого нет. Хотя вот этот на меня согрелся. Вы смотрите. Игра, ты меня послушиваешь? Там лестница. Ну, как бы мне куда-то надо идти, я пока что вообще не разобрался. Где что да как? Я поэтому, типа, куда идется, туда иду. А у него в руках копье или дрель какая-то? Что это такое вообще? О, мышки! По-моему, они такие же, как и стрелами. Похоже. Уровни получаешь. Ну, это, конечно, старые игры, в которых ты получал уровень, и хрен поймешь, что с ними делать. У меня слиток есть. Металлический. Там нас случайно не крутят? По кругу, так же, как в городе. То было бы забавно. Не, реально, большая надежда на то, что в будущем, ну, типа не то, что игру доделают, а что она получит какой-нибудь. Ну, я не знаю, чтобы способности больше было, то я не представляю, зачем именно такое вот. Она мне реально медленная, кажется. Я, конечно, не самый резкий человек. Ну вот, к примеру. В смысле, ты прикалываешься, да? Да что ж такое? Выпрыгни. Мне что-то это сложно было. Вот, но я просто с другими играми сравниваю, и вот она, блин, реально медленная. Не профессиональное мнение. Вот, возможно, наш персонаж... Да что ж такое? Персонаж со временем что-то получит. Glow War. Там по типу у нас будет там скорость расти, а пока что что параметры дают вообще, без понятия. То бишь, смотрите, у нас есть параметр... А. Ладно. Промолчу. Я думал, что у нас там есть параметр agility. Оказалось, его нет. Эй, золото забираем. Единственное, непонятно, на что тратить золото. Но опять же, если мы, конечно, не будем находить этих выживших. О, это интересненько. Так, давайте посмотрим следующий уровень через 102, да? Это много. Давайте съедим одно яблоко, это для крафта нужно собирать. Повышает один рандомный атрибут. Блин, круто. Тринжа появилась. Ну, типа сила повысилась. Хорошо. Значит, я сейчас урона больше наношу. Это босс-файт.
Эй. Так, погодите. Что-то какая-то хрень. Типа, я так хреново начал, что странно, что я... О! Спасибо за... Ой, содействие, я тебя спас. Я, по-моему, как раз у него нашел вот эту вот книжку, но в его доме. Там как раз про него вроде писалось из Академии. Очень интересно, игра, она большая. То есть весело, она вроде бы весело. Пару гигов. То есть с такой графикой она даже может быть большой. Окей. Ну, пока что вот реально для меня игра ощущается как еще враги возрождают. Как какая-нибудь игра для мобильных. Мобильников. Что я бы не сказал, что ее в плюс идет. Да что ж такое? Вдруг она большая от того, что на Unity написано. Думаешь, на Unity написано? Я вообще-то в движках тут типа не бум-бум. Лочь. Так, а давайте поверх пойдем. Сдается мне, я все яблоки потратил, меня скоро убьют. О. Вы смотрите, а что это такое? Мы нашли... Без понятия, что мы нашли. Сейчас, погодите. Оба-на. Так, давайте вот этого парня поищем. А вроде тут должен быть в таверне вместо. Соберись ты. Хотя он сказал, что давай вместе откроем проход вниз. Может, он сюда еще не вернулся. Да, тут все еще заперто. Давайте сейванемся, что ли. Типа, а чё бы и нет? Не, остальные помещения не проверил. Зря, наверное. Так, здесь какой-то бар живет. Здесь живет, я не знаю, маленький мальчик в ковбойской шляпе. Допустим. Я бы хотел, чтобы ты жил. Маленький мальчик. Ладно, надо искать какой-то проход, наверное, вниз все-таки. Карта не обновилась. Давайте теперь попробуем пойти направо. Вниз и направо. Тут какой-то проход есть. Видимо, это своеобразная шутка. Ладно, мне повезло. Типа, чтобы дальше пройти, нужно, чтобы двое было, да? Прикольно. Крыса. То есть крысы, они опасные зомбы? Ну да. У них интеллект есть.
А что ж такое? Мне надо какой-то нормальный план против них сделать. А то я однокнопочный. Одновременно двигаться и бить не могу. Мне копье, что ли? Что, блин? Паршивые крысы. Дайте что-нибудь полезное. Я, кстати, крыс не помню в Кастельвании, типа. Реально их там, по-моему, не было. Да, у них буровая, там, Drill Troll они называются. Так. Чую свою смерть. О. Сундучок. Сучка. О, как же я хреново-то в управлении-то разбираюсь этой игры. Вроде бы игра вообще не сложная, но просто не получается. Я ж не долечу, да? Че, я тут подал. Ей! Краулер. А краулер это тот, кто карабкается, прыгает. Он, по-моему, карабкается, получается, если по логике следить. Мне дает очень много золота, которое я не знаю, что с ним буду делать. Потому что я скоро умру. Раз тут есть сейвы, все-таки я бы сказал, что... Хотя, может, после смерти, типа, карта снова появляется. Ну, типа, заново. Давайте кто-нибудь яблоки, пожалуйста. С другой стороны, я пускай медленно игру называю, все-таки здесь довольно-таки сложно драться. Макс, ну чё, Макс? У меня карта заново не появилась. Что я сделаю, блин? Чё тут капец, их так сложно поймать, и они умудряются каким-то образом. Как раз в перерыв между атак напасть. Ну, блин, ну я ж быстрый кинжал. Чё, сейчас все будет, мне хилки нужны. Вот тут получилось. Тут получилось, там что не получилось. Ладно, бывает. Я ж хреновый игрок, и я опять перепутал, блин, клавиши. Сволочь. Вот там и сдохни. В смысле, а почему... Почему у него два хвоста? Вы посмотрите на нее, там такое ощущение, будто две крысы, которые бегут в разные стороны. Жесть. Наверное, надо стоит прыгать. Доджить. Сволочи. Да что? Ну, типа, она просто очень быстро меняет направление. А? А зачем? Не, ну, в принципе, я как бы это понял, но это реально забавно выглядит. Так, в прошлый раз я куда пошел? Мне бы реально там какую-нибудь, не знаю, заклинаницу, что ли? Давайте сюда, блин. Тут в ВПС большое, отсюда изображение такое. А, ну да, кстати, по сравнению со старыми играми, действительно так. Там, наверху, что-то есть. Да что? Музыка, конечно, такая, напрягающая, но не сказал бы, что прикольная. Да, больше так. Но... Давайте,
Плащева. Ладно. Зря я рассчитываю на магический предмет. Так, хорошо, у нас есть теперь тапка. Разощит повышает. А еще у меня 14 кп. А значит, у меня проблемы. Оу. А вот интересно, мы еще заклинания не умеем. Откуда у меня мана есть? Уже зачем мне эта информация? Это места для сатанистов, если честно. Там на заднем плане какой-то козел рогат. Хотя про шаманов говорится, и там вон и висят какие-то кости. Можно сказать. За что? Это капец. Мне дальнее оружие нужно в этой игре. А это, видимо, мана выпадает, да? А у меня же больше ничего нету, да? А можно железо съесть там? Я сейчас опять сдох. Ну что, дальше мыша будет. Я вроде бы даже не одна. Мыша! Я нажимал удар. Жесть. Надо менять тактику. Мне нужно копье. Слушайте, может, игра на меня обиделась, то, что я на нее гнал, но еще это... Это сложно, блин. Ладно, ошибки не допускать. На самом деле, по большей части я дохну из-за того, что ошибки допускаю и постоянно путаю управление. Типа, вместо того, чтобы нажать удар, я прыжок нажимаю или наоборот. Вот у меня мозг так не может подстроиться. Так. Кажется, хп нужно. Еще бы уровни получать. Я опять на них нарываюсь. И опять у меня пол хп нет. Спокойствие. Бог, спокойствие. Я бы на него попался. Отлично. Будем благоразумными. Игра, давай договоримся. Вот ты сволочь! У меня что-то какой-то психоз начинается, я паниковать начинаю и падаю. Я ж люблю в 2D платформеры играть. Да, здесь лут еще определенно раскидан, то есть мы снова ту же самую шапку нашли. Которая, возможно, уменьшает количество урона, который я по мыши получаю на один.
Так, у меня пол уровня. Уровня вообще не очень быстро зарабатывается. Есть план. Редовый план, на самом деле. Потому что меня крысы отфигачат. Попытаться как-то вернуться назад. Или не надо? Крит! Да что? Ну все, я точно труп. Я даже перепрыгнуть нормально ее не могу. Стиль Марио только что был. Так. Давайте, знаете, еще попробуем изучить первую локацию. Типа я же не до конца изучил. Потому что я просто звездец какой-то. Мне не нравится этот нож. И меч, наверное, мне тоже не нравится. Понимаешь, что это такое? Зачем оно тут? Почему внизу открыта какая-то дверь? Блин, это реально игра Dark Souls для меня. Потому что я корявый. Смотрите, мы вот прошли вдоль... Локация-то не такая уже большая? Реально. Может, какой-нибудь броник найдем? Ради интереса. Что я делаю? Я бы куда-нибудь золото потратить, было бы неплохо. А я вообще тут спокойно смог пройти. Это просто капец. Ее убить, это реально сложно. Я опять скоро вдох. Я вспомнил, что в Кастельвании в какой-то одной из самых первых, которая была на Денде, что ли, один из самых первых боссов была мышь. Это ее потомок, я уверен. Да блин, это просто капец. Ты его бьешь на ком? Нет. Еще один нож. А можно там два ножа взять, так типа? Дабл. Ползать не умеешь, да? Или он какое-то превращение будет? Я бы не отказался там от хилки, чтобы они выпадали хотя бы раз в какое-то время, или чтобы их продавали в городе. Представляете? Хилки иногда продают в городах. О! Что это за карта? Ты направо пойдешь, смерть найдешь, вниз пойдешь, выживешь. Ясно. Ну, вот было бы неплохо, если бы там вот за место вот этих синих шариков хотя бы хпшки вылетали. Конечно, понятно, то в таком случае фармить их можно, но, блин, эта игра капец как на выживание получается. И большую часть сложности делает именно, ну, не сказал бы, что очень удобное управление. Типа, тут так все медленно, чтобы ты мог предположить эти делать. Да что? Нет. Я ненавижу этих мышей.
Это какой-то порочный круг. Начните в городе продавать яблоки, пожалуйста. Где я что еще попустил? Там наверх и, ну... Ладно, давайте снова направо. Мне нужно учиться сражаться с мышами. Хоть с летучими, хоть нет. Сейчас вначале за шапкой пойдем, там хотя бы хоть какая-то польза. Ну, возможно, типа, у меня какой-то... Эта броня там срабатывает. В лучшем случае... Сука. Жесть. Надо просто судорожно бить, когда они не могут подойти. Слушайте, даже в Castlevania Symphony of the Night, по-моему, можно было, ну, типа, локации были, которые тебя мутузили, но хотя бы сейвы были. Не так уж далеко, а здесь я вообще хз, где можно ближайший сейв найти. Да что? Меня только избивают крысы и все, вот что я нахожу. Опас. Вот, еще я не могу понять, все, он иногда нормально бьет? А, это сторону, если нажимать, он быстрее бьет, офигеть. Я учил что-то новое, новенькое. Только у меня, блин, опять хп нет. Жопа. Чёртова игра. Сдохни, сволочь. Так, мне где-то на два удара. Это очень весело. Уровень еще не скоро получу. Вон мне туда топаз подкинули. Говорят, достань, если сможешь. Ну, блин, вместо монет уже бы яблоко подкинули. Так, хорошо, снова у меня эта шапка есть. До нее я хотя бы дохожу. Но нет плана, что делать дальше. Ну вот смотрите, мне нужно 149 экспы до следующего уровня. Где-то дают за них по 5 экспы. Магии лечения у меня нет. Вообще никакой. И даже типа... А если что, в Castlevania Symphony of the Night в какой-то момент... Ты мог хиляться от того, что врагов убил. Ну, там, конечно, заклинание надо было изучить. Но вот его с самого начала мог сделать. Там заклинания были, это своеобразные коды. Ну, впоследствии ты их покупал, но они всегда действовали. При повторном прохождении ты мог их применять. Так, нужен план. Здесь, на мой взгляд, жопа. Потому что здесь мыши есть. Так, а направо я ходил, да? Да что ж такое? Не фанат я платформеров, на самом деле. Так, направо, налево, то есть я не допрыгиваю. Я уже пробовал, так, на всякий случай извещал. Дубинка. Так, я, по-моему, в прошлый раз, ну, один из первых, конечно, тут погиб. А, ну да, тут еще мышка. Супер. У меня шляпа спошла. Не 9 урона я получил.
Я нажимал. Я нажимал этот гребаный удар. Жесть. Блин, надо было клап попробовать, может у него дальность хорошая. Давайте... Типа, у меня есть предположение, что меч бьет все-таки дальше, пускай у него меньше урона. Давайте попробуем все-таки меч. Типа, проблема в тактике. Вот и все. Хреновая тактика. Меня точно убьют. Еще. Хотя, знаете, их откидывает. Если вовремя нажимать, работает. То есть я чаще всего ловил, потому что притык подходил. Так, а вот эти с трех ударов дохнут. Окей, это на самом деле интересно. Проблем, наверное, с троллями, конечно, будет, у меня есть такое ощущение. Блин, реально работает. Говорю, оружие длиннее нужно. Типа, размер вещает. Хотя они с двух ударов сдохнут. В этом мое преимущество. Бля, я еще ни одного удара не получил. Е-е-е. Интересно, здесь как крафт работает. Скорее всего, кузнец будет, на которого можно будет что-нибудь делать. Это неплохо. Не, все, теперь дела пойдут. Супер! Бля, ну бьет он, конечно, так же, как и Стальвани Symphony of the Night. С этим мечом. Реально, анимация та же самая, то есть он так же относит назад удар. Забавно. Что у меня тут вообще есть? Два аксессуара еще, ну, типа, заклинания можно будет брать. Интересно, какого плана заклинания здесь? Блин, вот. Эх. Я, кстати, так и предполагал, что я троллей буду ловить вот как раз вот так вот. Их не особо останавливают удар. А он еще и медленно идет. То есть у них есть шанс оклематься и нанести тебе ответ. Так, хорошо, мыши. Ну окей, с одного удара, это хорошо. Очень хорошо. Начните с волчьи яблоки продавать. Краулер разблокировано. Бля, капец, я не долетел. Ну, так вот, скорее всего, со временем у нее двойной прыжок появится. Ну, бряль. Типа, я ожидаю способности, как в Кастельвании Симфонии Зоны. Там превращение какие-нибудь, еще какую-нибудь хрень. Было бы неплохо. Да что ж такое, я сам виноват. Думал, не дойду. Так, надо быть поаккуратнее. Типа 40, а не хп. Мало.
Зато я дошел дальше, чем обычно. Ей. Так, что у нас тут получается-то? Можно вверх, можно вниз. Это какой-то предмет. Но наверх я вроде как не забираюсь. Наверное. Здесь у нас что-то перекрыто. Давайте наверх двигать. Мне наконец-то есть чем хиляться, ну, надеюсь. Я не знаю, что еще из вина можно делать. Мама. Мазай, какого хрена ты так пробиваешь? Какого хрена ты такой меткий? Офигеть. Так, погодите. Это... Он, то есть, не дает мне туда приземлиться. Сейчас странными тактиками будем пользоваться. Да что ж такое? Неудобно, на самом деле. Как я уже говорил, на геймпаде все гораздо проще. И мне надо настроить геймпад. Да что? И в смысле я туда попасть не могу? И как, типа, я потратил кучу КП, пытаясь убить этого гада, и я туда не попадаю. Так когда там следующий уровень? Дофига еще. Ясно? Две награды, что ли, за него дали, я бы хотя бы такой, типа... Ну, что-то вообще не долетаю. Давайте с более высокой платформы прыгнем. По-моему, еще меньше долетаем. Так, то получается тут все. Вообще ничего самоубийства я не получаю. Так, здесь мы потом, видимо, получим какой-то способ пробивать все. Но не сейчас. О! Слушайте, только что мои действия приобрели смысл. Это круто. Да и сетки к нему надо было. Ладно. А я уж расстраиваться собрался. Передайте какое-нибудь заклинание, что ли. Я бы с удовольствием хилище заклинализил. Учитывая, что с этих фонарей выпадают хилки. Так, погодите, это где тут? Ага. Первый этаж. Блин. Это круто. Это круто. Это только начало игры. Окей. Давайте мучиться. У нашего персонажа есть бакенбарды, что ли? Чего у него такое по краям? Для пикселя такие уж большие, что нифига не поймешь. Да, мы тут не можем пройти пока что. Видимо, потом придется по уже локации, которые есть, бродить. Вот! Звучит какой-то жесткий. Эй, мужик, успокойся. Это было не круто. По большим пикселям удобнее хитбоксы считать. Ну, наверное, да. Да мне кажется, вообще по пикселям их удобно считать. Я вроде левел. Ура! Попался.
вами делать-то? Нужна тактика. Кстати, за них, видимо, неплохо XP дают. Нет, хреново их то, что не отталкивает. Бля, я вообще тормознутый. Что ж такое? Чё ты от своего удара отходишь полчаса? Этот кобальды. Ну, в принципе, логично. То есть, вы знаете, я пытаюсь нанести удар и отпрыгнуть. Ну, типа, не срабатывает. Пока анимация не закончится. Если что, Castlevania Symphony of the Night, типа, им сразу же доджил. Здесь он пока. Замахнет своим ударом. Это капец. Сказать. Блин, мне бы, конечно, оружие получше. И если что, нож не получше оружия. Хотя... Здесь крыс больше нет. Я вот только так могу убить, словив один удар. Ща-ща. Типа, давайте по-хитрому поступать. Это даже работает? Ёптыш, мышь. Ждем удара. Как Dark Souls. Чита жалко нет. Давайте сейванемся. Так, я что-то по... Типа этим не понял. По этажам мне вообще куда? Как? Зачем? Ну, это, кстати, прикольный шорткат. На самом деле. Типа реально тема. Потом вот это, видимо, портал какой-то откроется. Что, давайте вниз. На этом этаже я, конечно, вроде как ничего не нашел, да? Да, похоже на то. Йоу. Вы это видели, да? Было не очень. Да что ж так? Гребаная мышь. Было обидно, бля. Умри, и тебя зарезка сверху. Ну да, но я хочу локации изучить. Да, думаю, еще успеем. Ладно, не буду вас бить, все равно долго. Сволочи. Хотя мне яблоко дали. Жалко, что с них яблоки не выпадают. Thank you.
Так, лево-право, лево-право. Давайте направо, раз слева пришли. Оу. Блин, все это запомнить надо будет. Вы хотя бы как-нибудь отмечаетесь? А вообще никак. Фигово. Сдохни. Так, а как я вообще запрыгнул-то? А почему я теперь не могу запрыгнуть? А. Окей, это было странно на самом деле. Да что ж... Спокойней, спокойней. А вот от вот этого ежа избавиться. И все будет нормально, я не буду просто торопиться. И вот спокойненько прыгаем. Привет, до тебя не долетаю. Все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы музыка была более динамичной. Конечно, понятно, блин. Подземелье, все дела, нужно что-нибудь такое спокойное, исследовательское, но что-то как-то для платформеров. Я бы что-нибудь более динамичного хотел. Капец. Вообще какое-то жесткое. Жабаная мышь. Так, я поймал. Бегу. Там какой-то новый кобальт. Вообще без понятия, что он делает. Так, погодите. У меня было яблоко. Что-то нормальной тактики у меня нет, они как-то прыгают, значит, я их не могу перепрыгнуть. Доджить? Да, юперный театр. Фига. Ладно, так работает. И хилки выпадать могут. Так же, едим все. Типа, приходим в подземелье, чтобы поесть. Да, он с ним будет сложен. Волочь! Так, 30 хп, еды нету, вроде. Так, я все-таки направо хочу пойти. Хотя уже давно никаких предметов не находил. Это, кстати, довольно-таки странно. Для подобной игры. Там дубинку бы, что ли, дали снова. Там броню какую-нибудь. Да вообще нифига. Сволочи.
Не, наверное, сам, конечно, я виноват, но, блин. Блин. Мне скоро начнет эта песня даже нравиться. Ну, не песня, а мелодия. Только тебя тут не хватало. И что с тобой делать? Тоже сойдет. Ненавижу, ненавижу. О, мне нужен сейф, пожалуйста, где-нибудь. Я не перевожу по одной простой причине, потому что могу что-нибудь неправильно перевести, не хотел бы позориться. Так мог сундук, где падение взять. Сдается мне дальше босс, так что я успею его взять. Он будет ждать, пока я расчищу путь. Хилки есть. Сойдут морковки, бананы. Кстати, про шаманов говорят. Очень часто, шаманов показывают, что они превращаться умеют. Типа, я смогу превращаться? Охо. Я хильнулся. На последнем издыхании. Босс файт все-таки, да? Ага. Будет весело. Ау! Ты хищник? Пока что я не очень понимаю, что надо делать. Он какой-то очень большой, чтобы его перепрыгивать. Или у меня получится. Да, погодите. Тут, кстати, все-таки можно будет и ножом помахать. Я вроде не так высоко прыгаю. Ладно, что-нибудь попробуем. Тогда я где-то видел. Ауч. Легко. Не, ну тут кинжал пригодился. На самом деле. Ты мою предыдущую попытку не видел. Меня просто отфигачил. На, и, кстати, бутыльки такие же выпадают, как Кастельвания. Я, блин, видимо, слово Кастельвания буду произносить очень часто. Давайте соеванемся. Рано, что ночью у меня в гробу. Даже, блин, локация для сражения с боссом такая же. Фу, а че? И леды. Ну да. Типа. Какая другая локация. Так. И магию, мама. Что творится? Я ж тебя перепрыгну?
Прямо так ровно. По правильной дуге. Я, кстати, Игорь, как игра? Или так себе? Да, она немного странно сделана. Ах ты ж сволочь! Эй! О, наконец-то, рок. Все, теперь мне нравится музыка. Так, тут я не заберусь. Такое. Лучше, наверное, не наступать. Ага. Значит, капец бронированный. Слушайте, давайте я снова меч возьму. С такими я бы все-таки дальний бой использовал. Да, вообще как работает. Да что ж такое? Да запрыгни ты. Да. Это было какое-то странное сражение. Тут прыгать надо, я не буду подо мной падать. Офигеть. Это сложно. Да что? Я даже секунду не дают, а учитывая, что он очень часто не долетает, это жестко. Это Форт Сена местный, что ли? Типа более реально. Невероятно. Так. Тут что-то есть. А? Что я взял? Это пакет. А... Это же этаж? Напольный мешок. Ладно. А, это пакет с мукой переводится? Офигеть. Пойдем. А как работает? Погодите. Эй, что-то протупил. Это артефакт, да? Нажмите. Что нажать-то надо? Я просто не очень понимаю. А, ясно. Это что-то сложно. Пакет с мукой это? Хлор, мука? Ну, блин, я капец. Кстати, следующий левел скоро. Прикольно. Так. Давайте хлебушком закусим. А, можно за вот эти цепляться. Ясно. Окей. Тоже сойдет. Сейчас подумал, сколько клонов Кастельвании Симфонии в Зенайт вообще есть. Я туда смогу попасть вообще? На другую сторону? Или тоже двойной прыжок нужен? Ага. А я посмотрите. Забрался. Я, кстати, тут, по-моему, был. Так, смотрите. Мы понизу полностью прошли, теперь нам надо наверх. Окей. Я чуть не пойму, как запрыгнуть. А. А, он сам прыгает. Все, окей. Я не особо умный. На самом деле.
Да что? Я тебя ненавижу. Я не могу нормально сражаться в этой игре. Она мне реально медленной кажется. Из-за этого я какую-то хрень чудить начинаю. Блин, и опять заново все придется проходить, да? Вак, там еще вверх можно было. Да. Наверное. Мне только нужно было этого дебила убить, у меня бы хп восстановились. Но я, блин, вообще с ними сражаться не умею. У меня кинжал, кстати, стоит. Я не знаю, как себя назвать. Прыгни ты. Я вообще сбился. Даже прыгнуть нормально не могу. Так. Вот тебя я ненавижу. Так, мне нужно учиться сражаться с этой зомбой. Это вообще нереально. Хрен с ним, а. Их просто пропрыгивать надо, не. Я вообще не вижу смысла. Блин. Конечно, может за них экспу дают так. Найс. Да. Я все равно хочу, чтобы мне дали гребаные хп. Ой, не хп, а мою какую-нибудь. Так, ладно, разобрались, как эта штука работает, но... Сейчас такие закусим хлебушка. Вкусно, надеюсь. И продолжаем. Слушайте, за этого парня 50 экспы, получается, где-то дают. Мне тогда вот как раз нужно было немного. Если ты что-нибудь зацепился. Не шути так со мной. Вот этой зомбы, кстати, может быть очень много. Теперь чуть не зацепился. Ты что не цепляешься, эй? Эй! Да, блин. Хреново. Так, чувак, там еще путь наверх был. Ну, давай наверх. Может, чем полезное будет. Там броник дадут или нормальное оружие, наконец-то. Нет, тут какие-то шорткаты. Йоу. Слушай, спасибо, что посоветовал. Ну, типа... Можно сейчас сходить, сейвануться и хильнуться. Найс. Да, в этом городе что-нибудь начнут продавать. То есть все вот локации вот связаны так между собой. Прикольно. То есть тут все на этой локации, и мы так телепортируемся между ними. Найс. На самом деле реально найс. Как ты это делаешь?
Игра, спасибо. Ужас. Я, наверное, самый корявый игрок в эту игру. Я тебя не тут. У меня один хп. Я сдох. Я сдох. Эти гребаную магию. Я, давайте лучше наверх. У меня, конечно, есть еда, но что-то, типа, я бы лучше бы заново пошел. На самом деле. О! Эйч. Наконец-то, типа, продавец там появился. Найс. Вот только у меня один хп, и стоит мне упасть, и все. Типа, она. Ну только не ты. Я ж тебя не перепрыгну. Ну да. Так, нужна против них тактика. А то моя вообще ни хрена не работает. Типа, перепрыгивать их. Кстати, а там картинка меняется. Давайте сейчас попробуем сходить, знаете, куда? Золотой сундук поднять. Давай. Вау. Я даже без понятия, что мы там понабрали. Оружия там не было. А ее пятый театр. Так, еда. Сапфир как синяя. Окей. В принципе, неплохо. Мы вообще везде были. Придется снова заново все пройти. А тут еще и сейв был. Не, не надо. Хотя, не, давайте сейвнем. Типа хилки, они это, могут пригодиться. Я думаю. Да вообще они на вес золота получаются в таком случае. Учитывая, что я даже не знаю, как их фармить. Ты не хочешь зацепиться, да? Ладно. Я вижу вас. Точно, это же этот проход, блин, в котором до хрена кобальтов будет. Нет. Жопу. Я по жопу. Да, проходим ее. О, морковь. Хорошо, сойдет. А он что-то как-то глифует, что ли? Или что у него там вообще? Да, я в город не зашел на того парня. А, блин, я жду. Так, хорошо, мы внизу не смотрели, что? Давайте глянем. Может, там какой-нибудь предмет будет. Допустим, оружие хорошее. Типа, игра давно пора.
допустим, тут вот эта хрень есть. Забавное место. Эй! Level up. Серебряное кольцо. Аксессуар. Повышает интеллект. Да. Наверняка ману повышает, да? Ай, блин, не успел. Если есть место свободное, то, в принципе, даже с этими желешками можно расправляться. Блин. Вы это видели? Ну, конечно, долго наносит атаку, но может быть. Зайдет. Я тут уже был? Ощущение, что был. Против коботов, кстати, зайдет. Ладно, Макс, игра М19, я пошел. Что значит М19? Нахрен никому не надо или что? Рецепт тоника. Ну это без джина. Учу. Да что я делаю-то? Что-то я вообще сбился. Надо так. Меня сбили слова М19. Оружие какое-то. Рейтинг. Для тех, кому 19 лет. Ну, короче, если так рассуждать, да, игра больше подходит для любителей каких-нибудь старых игр. И себя она многого не представляет. Ну, чего еще здесь? Блин, сундук, который я не знаю, как поднять. Ладно, что-то я оттягиваю момент. Надо все-таки идти на другую локацию. И отхватывать там людей. С другой стороны, у меня дальнобойное оружие есть. Вот такие. Да что? Тихо. Не надо торопиться. Спокойней. Остановкой. Я на тебя просто забью. Вау, у меня там буря начинается. Сверкает молния. До сейва добрались. Супер. Если честно, все-таки вот это вот очень странная способность, что ты можешь хвататься. Но, может быть, есть смысл в том, что она есть. На самом-то деле. Ну,
Блин, игре реально динамики не хватает. Я вообще везде был. Капец, он громыхает. Так, там, по-моему, сейф наверху. Или нет? Где он вообще наверху? А, там переход, точно. А у меня есть оружие, чтобы с ним справляться. Бля, это было вообще не очень. Или они 5 ударов выдерживают? Я довольно-таки их долго делаю. Сволочь. Да что? Бля, такая гробаная змея. Вот то, что я долго бью, типа мне в минус сработало. Я, запрыгни. Ты мне что говорил? Так, давайте парня спасем. Ну, Эш, мы с тобой уже разговаривали, так что я не буду тебя слушать. Ты вроде как собрался зельями торговать? В принципе, неплохо. Ага. Найс. Реально найс. Пока что вот змеи для меня проблема. Но они типа очень быстрые и сложно по ним бить. Гребаная зомба. Бин. Интересно, а это продается всем торговцам или нет? Ну, скорее всего, торговцам, конечно, продается. Так, ну потом я, видимо, все-таки как-то кататься научусь или еще что-то. Ну, хотя, может, во что-то превращаться буду. Так. Давайте отведу. Ага. Блин, я не знаю, какого проатаковать-то. Давайте его типа подальше. Сведем. Давай сюда. Come on. Да, здесь шипы у нас. Да что ж такое? Всегда ненавидел за этот 2D-платформер. Притом разработчики так миллиметр в миллиметр делают, чтобы ты, типа, с края прыгал. Ну, блин, и долетал. Да что? Как она вообще, наверное, сработала потом? Вот так, видимо, бить. Он оттуда не отойдет. Мушками надо быть посторонней. Офигеть! Они еще и за мной погнались. Но ее перный чат. Так, давайте посмотрим. Но ничего нельзя сделать. 22. Давайте 18 кп восстановим.
Я что-то не думал, что эти мыхи за мной погонятся. Я думал, они там просто циркулируют. И погнались. Был представление Symphony of the Night, босс Зильвульф. Ну, повелитель мух, получается. Вот, вокруг него тоже мухи летали. Возможно, это тоже своеобразная отсылка на него. Я вообще повсюду отсылки вижу, так что... Так, что с вами делать? Давайте грибочек нет, индейку нет, давайте яблоко. Типа такие минимальные съедаем пока что. Пилочки. Оу. Лонгсво. Хочу по урону. Урон такой хорош. Так, ну я пока что копье оставлю, мне дальность нравится. Как мне так много. Давайте посмотрим, как он атакует. А, в принципе, там он еще быстро бьет. Давайте все-таки. С другой стороны, с мухами бы... И... Вот, с мухами мне копье-то и помогло. Я бы сейв где-нибудь. Игра, спасибо. Реально круто. Знаете, как в Dark Souls, ты уж такой. Что делать? Наверх нельзя залезть, да? Не на чем. Ну, уступов не видно. Да, из-за дальности проблемы. Надо запомнить. Эй! Офигеть, ну блин, слава богу, я лола словил, на самом деле. Я вожу. Это что-то какие-то другие кровавые ежи. Эта игра надо мной стебется, ей-богу. Я цеплялся, на самом деле. По какой-то причине оно не зацепилось. Что у нас тут? Кожаные, ну эти, ну рукавники, как лучше сказать, повязки. Воу. Вау! Защита, урон. Вот это топово. Так, где я? Угу. Нормально пропрыгал. Три удара. Найс. Ты какой блоха. Прям брейсеры сделали мою жизнь легче. Что ж, что я добыл? Босс. Это реально босс. Погодите. Я думаю, где-нибудь рядом есть сейф. Так что я думаю, есть смысл прогуляться. Но он же должен быть рядом. Я он и был рядом. С этой стороны что тогда? Надо было прыгать.
из прыжка бить. Я за них экспы так много дают. У меня вот это... Стало это уже Hollow Knight напоминать. Нате вам. Два удара, супер. Супер. Ауч. У кобра. Ну и такие вот тоже были, кстати, в Кастельвании. Парни. Бумеранги бросали, конечно, они не так им. Но бросали. Привет, что ты делаешь? Какой ты вообще самый странный из всех? Игры какой-нибудь. Бывает? Собираем все файлы. Ну надо. Тут читает. Потом я тоже почитаю. Так, давайте в город свалим, сайванемся, посмотрим, что там вообще тот парень продает, и попытаемся сходить на босса. Забавный здесь шорткат, конечно. Но это сложный, конечно, так назвать. Так, сайваемся. О! Ой, а что ты даешь? Восстанавливает 75 хп? Беру. Даешь ты, конечно, дофига. Погоди, а ты что-нибудь покупаешь? Ага, ты ничего не покупаешь. А куда мне тогда самоцветы девать? Вот, кстати, теперь плюс, но минус, конечно, то, что стоит капец как дорого. Но то, что мы можем хилки покупать. Всех денег, которые до этого накопил, не хватало. Так, валим наверх. К боссу. Да что ты делаешь? Опять кнопку перепутал, прикиньте. Гребаный змея. Я по пути там лап не могу получить. Маловероятно, конечно. Хотя вот за вот этих парней точно много дают. Ага. Там вот прям видно, как полоска продвигается. Но за всех я лап не получу. Офигеть. Да, они бронирование стали. Блин, за блоху-то сколько дали экспы? Эстер. Что? Что дает медиум сайз? Ага. Сколько все атаки? Охо! Блин, ну это 100% Кастельвания, там вот Бельмонты, они вот такой хренью пользовались. Эй!
Так, Outland, Feather in the Bath. Тут мне сюда раныч. Я уж побоялся. Наверное, что-то принести надо будет. На тебя плеткой. Хе-хе-хе-хе. Да это пол, я думаю, блоха. Бля, я реально себя теперь бы, ну, типа с мечом это Алукард, а с плеткой это Рикард. Ненавижу это управление. Жесть. О, слава богу, ты зацепился. Кстати, ладно, хорошая полезная способность, если промахнулся. На самом-то деле. Атакует вроде как быстрее, как я. Дальность примерно такая же. Этот змея вначале плюется. Это, наверное, зря я пригибаюсь, вроде в любом случае попадает. Хе-хе-хе. Спасибо вам, скелеты. Реально топово. Так, тут какой-то рычаг потом дерну. Какая-то комбинация нужна. Берем потом, узнаю. Не знаю. Урон хотя бы не получил. Но я потом вернусь, и как раз у меня будет нужны комбинации. Какой-то стрёмный парень был. Вау! Очень стрёмный. Бля, он меня навалял. Так. И такая. А ты чувствуешь себя защищенным? Это временный баф? Ага. А защищенным значит что? Погодите. Защита вроде бы такая же. Не понимаю. Да что? Прыгай! Жесть. Я знаю, ты стебешься, да? Сволочь. Ладно, давайте вкусную индейку захаваем. Я не понял, почему не долетел, на самом деле. Да, над вами просто прыгать надо, я что-то туплю. Вы вообще легкие. Дайте мне магию какую-нибудь. Вектор. Какое название? Ну это какой-то дух, если не ошибаюсь. Да что? Warp Scroll. Это телепортация, что ли? Вы даже такой сюда вернули, да? Моментально возвращает Картас. Название игры уже пугает. Ну, это типа новая игра, и да, она медленная, она похожа на Кастельванию, и капец, я в ней дохну часто.
Но она прикольная, если нравится кому-то Кастельвания. Symphony of the Night или там какая-нибудь другая. Вот у меня плетка, как у Бельмонта есть. Эй! Пугают меня эти прыжки. Да что? Он специально не прыгнул, я знаю. Я тебя знаю. Так, я, по-моему, сбился. Так, погодите. Игры с прыжками, это жестко. Да. Погодите, что за прикол? Я там нажимаю на прыжок, а он просто проходит. Какая-то непрыгательная платформа, что ли, или что? Слава богу. Да, это мое нет. Мне нравятся 2D-платформеры, но я прыгать в них ненавижу. Босс? Давайте свет включу. Я прыгал только ради вот этого хрени. Вы смеетесь? Пойдите, там напротив что-то было? Погоди, я что-то не заметил. Блин. Цепляйся, сволочь. Я даже твоего имени не знаю. Настолько мне пофиг на тебя. Работ. Ай, блин. А, это там проход. Все, понял. Просто так 10 кп потерял. Так, и справа ничего, да? Музыка в этом локе прикольная. Ой, офигеть. На один удар ошибся. Думал, быстро убьем. Ладно, давайте гриб съедим. У меня больше пищи нет. Есть одна хилка и все. И даже Кастельвания уже, которые метроидами выглядят подобные. А, ну да, кстати. То есть игра мне вообще реально кажется медленной. И это очень странно. Ну, типа, я ж играл... Вот я не понимаю, как вот этот момент можно пропрыгать, не упав. То бишь, в Castlevania Symphony of the Night она быстрая. Новый, из новых игр, что там. В Dead Cells я играл, он быстрый. Hollow Knight быстрый, а это что-то какой-то медленный. А я вообще отсюда уйти смогу? А, ну да, смогу. Ну, я решил глянуть, это новая игра, она там в конце июля вышла.
Я даже без понятия, что он умеет. Он умеет бить. Пил чтение на высоте. У меня? Так. Тогда же Кастельвании. Кастельвании, да. Уже которые Метроидвании. Ну, это игра выглядит пободрее. Погоди. Я что ли неправильно тебя понял или что? Вроде бы я прочитал то, что надо. А про то, как ты это первый раз прочитал слух, ну блин, бывает. Блин, что мне эта плетка? Я с лонгсвордом был, он меня отфигачил. Хе-хе, я снова фуловый. Ты кузнец? Спасибо за помощь, друг, я дом. Да, я кузнец. А ты плетки умеешь делать? Бля, я бы такую хотел бы крутую плетку. Плетка — это круто. Ты типа его наказываешь. Блин. Вот. А еще самое брутальное — это плетка из человеческого хребта. Есть чем гордиться. Так, плетки ты у БДСМщиков заказывай, а не в игре. Ну блин, если в игре будет непись БДСМщик, кстати, было бы круто. Ты такой у него кожаный сет заказываешь и плет. О-о-о-о. Это было бы круто. О, из него индейка выпала. Круто, когда пища выпадает, на самом деле. Потому что я думаю, что здесь кнут, а не плетка. Ладно, VIP вроде бы типа плетка, кнут. А чем они отличаются? Давай, для меня необразованного человека. Гребная змея. Ты с кем разговариваешь, я здесь один? Один джентльмен. А, давайте рискнем. Вот ты гнида! Он мне максимум хп понизил на 2. Товать! По-моему, ты в любом случае тут хрень какую-нибудь получаешь. Ладно, не связываемся. У меня что-то какое-то большое пространство. Мама. Он мне напоминает босса из Castlevania Symphony of the Night. Ау, 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 ау. Да, и так же плюется. Бля, они туда наводятся. Тихо, погодите. Нужен план. Да, блин, они вообще как-то рандомно летят, на мой взгляд.
Так, блин. Да что ж такое? Так, погодите, у меня есть одна хилка хорошая. Блин, сложно уворачиваться. Вот этого еще реально. А вот этого хрени сложно. Ладно. Думаю, ты понял, что это особое оружие. А, ты про плетки скинул? Ну, это... Че ж я плетки-то называю? А я позади ничего не пропустил? Да вроде бы нет. Какое-то забавное место. Какой-то замок. Бля, мне хиляться нечем. Фигово, а сейва давно не было. Потому что подняться можно. Я бы сейф нашел. Найс. Да, теперь можно вниз пойти. Так что плетка, мой уровень, потраченные хилки, все сохранилось. Натя, ползи быстрее. Бля, они мне реально что-то напоминают, я тут не могу понять, что. В стрельба не было такого противника? Который исчезал, появлялся, вроде был. Блин, не успел. Я так какую-то хрень делал, на самом деле. Они же легкие. А лап еще не скоро, да? А хилок нету. Да и опять это странное место, в котором я не понимаю, как нужно прыгать. Блин, ну отдайте уже магию, я там сколько по игре бегаю, ни одной не дали. Ой, это шорткаты? Или нет? Это что-то новенькое. Так, тут я еще не знаю, как куда попасть. Ладно, давайте дальше. Это вообще какая-то новая локация. Даже босса не пришлось убивать. Ну, конечно, кроме той ящерицы. Которую даже боссом сложно назвать. Я имею в виду. Так. Какой-то слот для чего-то. Тут очень много, видимо, ключей надо будет каких-то находить. Это уже второе место, которое я нашел. Так что мне сейчас не сюда. Блин, их стоит убивать только ради того, что с них ножки индюшачьи выпадают. Так, и что у нас получается? Здесь наверху я не был, да? Окей.
Чё-то не вижу чего-то интересного, что отличает от игры от почти 20-летней давности. Не рад. Ну да, есть такое. Но я сегодня просто Чужого закончил за 40 минут, и я такой, а чё делать? И я эту игру хотел посмотреть. Вот и запустил. Скорее всего, я только сегодня буду в нее играть. Она не сказал бы, что она динамичная или какая-то больно интересная. Ну, кстати, динамика — это главный ее минус. Вот. Я нашел только, получается, 4 вида оружия и все. То есть от каких-то мега крутых способностей нету. Учитывая, сколько механик было добавлено в следующие игры из серии, это вообще какая-то блеклая. Так, это, если что, не Кастельвания. Но она ее типа копирует, но очень медленно. Но я думаю, ты понял, что это не Кастельвания, потому что это про название писал. В подходящее место упало. Босс-файт? Нет, не босс-файт. Какое-то странное место. Да. Ну, к примеру, Dead Cells неплохая, на мой взгляд, копия Кастельвании. Потому что вся механика у них своя. Вот. А ну вот это я не сказал бы, что своя механика. Я, опять же, я заклинания тут не видел, поэтому я не могу ничего сказать. Добавили бы они заклинания. Побыстрее. То есть мана есть. Как ее добывать? В смысле, я ошибся, что ли? Надо было с левой стороны. Ну, капец. А столько двигал. Мне даже в голову не пришло, что такое может случиться. Но вот слева я это увидел. Поэтому решил по правому пути пойти. Ох, хитрющая игра, а. Ладно, посмотрим. У этой игры есть еще где-то полчаса, чтобы меня удивить. Так что давайте глянем. Что полчаса завязывать было. Вот куча вот таких вот помещений, в которых ничего нету. Я, может, это какой-то лор смотреть. Погоди. 3-2. Ну там слева 3 меча. Правда, надо бы запомнить. Может пригодится. Я тут кодовый замок видел, но там было 3 числа. Где это мы? Ага. Это шорткаты. Придется, видимо, обратно возвращаться. Да, я еще справа не был. Эвеляп. Ну не знаю, вот реально в такую игру добавить там прокачку параметров, больше типа доступных видов оружия. Ну, с самого начала, чтобы ты там уже определялся, с чем тебе нравится. Вот, чтобы, ну, оружие бы от чего-то зависело, больше параметров, наверное. Ну, типа, прокачка бы сделала, наверное, эту игру лучше. Ну, Dead Cells — это все-таки рогалик, а это именно метро. Ну да. Ну, кстати, в Dead Cells много от Кастельвании, на самом деле. Чего тут стоит карта? Везде, где я такую карту вижу, это все Кастельвания. Когда я на них стал нарваться. А здесь вообще нифига нет.
и помещение. И позначили бы они что-нибудь еще. Да нет же. Может, конечно, потом добавят, но, блин, ну, предмет какой-нибудь, еще что-нибудь. Да что? Ненавижу. Ты много индейки не дашь, да? Волочь. Блин. Прыжки в этой игре — это просто сущий ад. Что, по-моему, где-то сейф. Я выше не поднимался. Надо теперь подняться. Или погодите. А, ну да. Здесь можно подняться. Я уже испугался. Моя мечта, наверное, играть в 2D-платформер, в котором не надо прыгать. Да что ж тебе, черт тебя дери, я же нажимал прыжок. Они, видимо, это специально создавали. Зацепись. Зацепись, гнида. Цепляйся. У тебя есть способность такая. Вот тут ты зацепился, а там что? Я на самом деле больше злюсь на игру. Местами... Что это такое? Ты в порядке? Командные часы, что? Это аксессуар? Это не аксессуар. Это не тело. Это не башка, это не оружие. Ну как бы название платформер уже само за себя говорит. Наверное. Наверное, ты в этом случае прав. Что за карманные часы вообще? Да, кстати, на интеллект. Ты вообще не полезен. Феликс Фарун. Видимо, какой-то квестовый предмет. Два. Платформер, где нужно прыгать, это как шутер, в котором не нужно стрелять. Слушай, ну, нормально. Я вот не знаю, давайте 3, 2 и, не знаю, 0. Ладно, короче, мне надоело эта игра. Я без понятия, где эти цифры искать. Может, где-то это было написано. Ладно. Я на перерыв. Через какое-то время Fortnite. Так что, Крафтмен, спасибо, что пришел. Спасибо всем, кто смотрел эту игру. Дальше проходить я не буду. Я уж не знаю. Посмотрю, может, обнова какая-нибудь на этот вышла. Там мечи же были. Ну да. Ну, там только мечей было... Типа, 3 справа. Ой, слева. 3 слева, 2 справа. Да, ну... Типа, а третья какая цифра? 0? Да, ну, давай, типа, Fortnite не будешь, наверное, смотреть. Так что, вот. Всё. Удачи всем. Если вы любите Castlevania, и вот какая она есть, может быть, эта игра вам зайдет. Но так, на мой взгляд, она скучная. На самом деле. Вот. Опять же, я магию не видел. Может, здесь какая-нибудь мега-магия, которую мне не дали. Сволочь. Все, давайте. Всем до скорых встреч.